праздничный низ. Бо. Сейчас подойди, я оденусь. Офигенно. Ах, погоди, я тоже хочу одеться. Нафиг я купил этот костюм, у меня денег нет. Ух ты, смотри, на меня посмотри. Ты где? Вот сюда, в примерочную зайди. На мне елка образовалась. А что, на мне тоже елка? Подожди. Новогодняя игрушка. Подожди, здесь читаки, походу? Чё ты? Чё это за... На тебя какая-то хер выросла. Сейчас нас, наверное, будут убивать, тебе не кажется? Что за... Что это? И всем привет, дорогие друзья. С вами канал Blade Horror и... Лорд Вуду Железное Сердце. На нас зашла новогодняя благодать. Поехали на море, на море. Это мы подарков домой накупили. Да, купили подарок. Вот смотри, елку сточил где-то Андрей. Подарки же даже торчат из машины. Ну давай, давай, поехали. На пляже будем гулять. Ладно. Ну чё так... Всех, пользуясь случаем, поздравляем всех с наступающим 2016 годом. Желаем, чтобы новогодние подарки вас также упали на голову. Реально. Чтобы машина была переполнена ими. Да, и все было у вас хорошо. А вы нам тоже поставьте, пожалуйста, за эту серию пальчики вверх. Сразу в начале ставьте. Мы не знаем, что мы будем говорить здесь. Судя по всему, тут нам очень весело. Сначала очень много. А где вода? Прямо. Сейчас я не помню. Прямо. Нет, включи первое лицо, серьезно. Ну а что включать? Я тоже уверен, что будет елка. Тебя вообще не видно, ты там за грудой непонятно. Я сейчас ехал первого лица. Ладно, все, включаю третье. Это вообще не вариант. Что-то мы с тобой, Андрей, это слишком много подарков взяли. Да ладно, нормально, что. Главное, у нас костюмчики модные, елочные. Эти костюмы, которые я только что прикупил, на меня незаметны за эти. Подарки не растеряй, ты смотри, как едешь. Да, нормально. Пойдем это направо, там поморачивай, там будут эти квадроциклы направо. Там лед или воды? Там вода. Это ж море, а оно ж не замерзает. Вот слева. Нет, будет. Что должен там взять? Где? Где-то еще чуть дальше. Вон стоит. Ага, все. Бежали. На квадроцикл прыгай. Не, ну ты подарками, конечно, вообще там. Себя не жалел, как наряжался. Так прямо езжай, прямо. Смотри, яхта стоит. Ты слышал, кто-то сказал всем спасибо? Слышал. А, ну там справа чат. Погнали. Смотри, яхта новогодняя. Давай. Подъезжаем. Ого, там что, российский флаг? Фига себе. Смотрим. Мы подарки вам принесли. Мы веселые Санты. Как это называется? Бразерс России. Чё? Так это чё, это чужая яхта, по-моему. Давай вот в джакузи прыгаем. Чё-то... Меня ж на этой яхте ФПС упал. Джакузи. Прыгаем в джакузи. Опа. Чё-то наши подарки не спали. Я думал, подарки исчезнут. Прыгнул в джакузи? Так, подожди. Я пытаюсь вообще втиснуться. Ты голенький стал? Так, подожди, ты сел? Да. А я не могу понять, я голый здесь должен быть или нет? Да, ты голый становишься. Что-то я не замечаю этого, подожди, ну-ка. Я сел. Вроде как сквозь елочные игрушки что-то просвечивается. Ходим, такие две елки гуляют. Что это за купол вокруг меня? Не помню. Ну это надувной какой-то, ворота какие-то надувные, я так понимаю. Так, что там мне здесь я уже стал? Я тебя вообще не вижу. Что-то я там вижу какой-то, что-то похожее на человека, у себя даже застрявший. Так, мне эта яхта не нравится. Не нравится? Давай ее взорвем. Все, я прыгнул вниз. Мне на этой яхте... Я не могу вылезть. Так, как здесь плавать-то? Я не могу понять, где мне голова. Опа, елка нырнула. Ну, сядь ко мне. На мне еще какая-то, помимо новогодней, какая-то снежинка. На мне. Это ты плаваешь? А, ты сел, это опять.
давай к тебе сяду. Ты ко мне сядешь, да? Да, давай. Давай, елка. Елка, садись. Елка к елке. Ну погоди ты, куда ты плываешь? Я на месте стою, Вадима. Он сам едет. Две елки. Merry Christmas, Merry Christmas. Так, что, куда едем? Не знаю. Я, у меня почему-то все патроны отобрали, слушай. Я стрелять не могу. Не понял, а что стрелять не могу? Странный сервак. Что-то радио случайно врубил. Такая шняга выскочила. Не, надо подальше, это лицезрение, надо издалека. Что-то мы как-то это, мы уже оказывается все того. Че это такое? Да что такое было? Ты че горишь? Я горю. Ты горишь? Ты зачем? Стоп, я как я... Ты упал? Ты умер? Ну да, я даже не понял, что... О, все, я это... Ты сгорел, все твои подарки выпали здесь просто. Я все, я свободен. Ты свободен, ты просто теперь сам. Я бегу к тебе. Встречай меня. Встречай меня. Эй, давай салют. Давай. Пускай. Только у меня оружия почему-то нет. Фига себе. Да ты аккуратней. А, это подожди, они у меня закончились уже? Это ты меня взорвал. Подожди. Вы покончили с собой. Зашибись. Что-то было? Не, я в тебе не стрелял. Я освобожден. Ура! Что за контактный мин? Что он делает? Ой. Подожди! Что ты? Контактная мина. Я по ней пробежал, короче. Из тебя денежка выпала. Понятно. Точно! Точно! Я понял. Ну-ка, садись-ка ко мне. Давай. Я понял, куда нам нужно съездить. На вот на оранжевую, да? Вот и в тюрьме. Фиолетовая морда. Давай, а что за фиолетовый? Что такое фиолетовый? У тебя что, нету? А что такое фиолетовый? Я вижу. Что это такое? Не знаю, там какое-то событие. Давай, поехали маски купим. Здесь недалеко, на берегу. Давай, вот сюда. Бляха, муха. Тебе видно? Ты... Я пометил на карте. Да, вижу. А потом я бы съездил, конечно, в ту морду. Слышь? Да? Мне только что кто-то на Рождество написал, что он это, меня в морг отправит. Везет тебе. Все, за мою награду, за мою голову назначен. Ты что, там мимо проехал немножко? Ну да. Идем. Бля, они ходят в шортах, снег лежит, они ходят. Может, это кокс рассыпан, слушай, а? Может быть. Так, праздничный головной убор. Так, вязаные шапочки. А нету никаких масок, что ли, я не знаю, где прям лицо будет Санта-Клаусом? Ну подойди к маскам, к маскам. Ты к шапкам подошел, а то к маскам. А, вон оно что. Стоп, а это куда нужно подойти? Левее, вот я стою там. Вот, все, понял. Подожди. Все. Я думаю, я выбрал. Ё-моё, у тебя морда. Печенька. Фига себе ты. О, к нам кто-то едет. Кто ты? Лосяшем я. О, я буду мисс Клаус. Стоп. Я думал, это какой-то человек, это просто тут кто-то гоняет на машине. Я буду миссис Клаус, смуглая. Ну, и тебе понравлюсь. Ля, целуй меня. Так. Что за фигня? Почему к нам бегут? Со мной драться хотят? Кто бежит? Не, вот этот нигер. А ты психопат. Бей. Миссис Клаус, на тебе новогодний подарок. Так, ну-ка, хочешь новогодний подарок? А ну иди сюда. Нигамарфак. Сложа бита есть. Ну стой. Understand? На тебе. На пазе. На. Ты психом стал, ты знаешь? Да. Да. На тебе. Так, и где здесь кредит терминал есть? Побежали отсюда, поехали нам туда. Ой, подожди. Не бей меня. Вот зад как-то развернулся. Я хотел по телу ударить. Он что-то на тебя... Что, по телу-то, Мин? Извиняюсь. Давай, прыгай ко мне. Так я тут тазик нашел. Бляха, муха. Давай, миссис Клаус тебя отвезет, хорошему научит. Бляха, муха. Я подъеду. Еду. Было бы неплохо. Еду. Было бы точно неплохо. Садись. Давай. Ты подаришь мне звезды. Ты подарил мне две звезды. Ох ты, молодец. Две звезды. Ух ты, полиция приехала. Ой. Ее занесло, ты видел?
Ну да, и замечает. Ух ты, ё-моё. Этот рог тут или... Занесло что-то. Можешь пометить тут точку, которая вот эта морда фиолетовая? Господи, пойдем посмотрим. Как музыку выключить? В настройках. Вот. Все выключу. Да нет, я радио просто пытался выключить. А-а-а. Так, куда мы едем? Вот фиолетовую морду можешь пометить? Давай. Так. Карты. Это вертолет тут есть. Сейчас на вертолете надо полетать. Нет. А, это чувак. Где же фиолетовый... А, вот нашел. Разборки. Так, как... На чью метку? Вот на эту морду фиолетовую. На нет, крестик. А... На крестик. Кнопку. Крестик, крестик. Все, у меня это... Полиция. Снеговик и бабушка Клаус. Ну-ка. Ой, бабушка! Как бомбулипучку взрывать? Направо. Че направо? Крестик. Крестовину направо. Что это? У меня же голове... Ой, и так, клавиатура. Блин, садись ко мне. Быстрее, 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 быстрее заскакивай. Ты где? На че, на че, на че? Скачил уже. А, вон, на че. Клавиатуру не знаю, я пытаюсь джойстик вспомнить хотя бы. Тем более я за рулем сейчас. Так, тут тупик почему-то. Что это такое? Так это бар, что ли, какой-то? Новый. Так, проституточка. Нас все равно знают. Знают, да. Все, едем нас на метку. Бляха, муха, что-то занесло. Куда едешь? Метка в другой стороне. Занесло. Ой! Кто-то нас убил. Ага, подонки. Ну, говорит, ты... А, повторяю, я. Новогодняя GTA. Сейчас бабушка ему отомстит. Ну-ка. Так, бабушка. А, свою плечку. Садись ко куда мне. Куда бежишь? Ну, а тебе. Ты тут так не нервничай. Сажусь. Так, все, поехали. Борис, money. I need some money. Видишь? Пишет в чате справа. Видишь? В чат. Кстати, а тут появились новые пушки или нет? Да нифига. Я посмотрю. Давай посмотрим. Я за руль чем-то сел. Новые пушки. Пистолет. Говоришь, нет, тут вон. А, о, разборки. Вот это событие начал, чувак. Разборки. Как... Вот. Мы тогда туда не доехали. Так, ну и что тут? Подожди, тут какой-то мачете есть. Так, вот новогодняя пушка. Пиротехника. Фейерверки. Они за деньги почему-то стоят. Блин, тег даже есть. Ну, что-то похоже на тег. Так, я вижу тебя. Стоять. Все, там уже событие началось, мы не успели. Не успели? Куда поедем? Давай елочку най поищем где-нибудь на улице. Может даже елочка быть на площади. Еще поищем. Сейчас подожди, сейчас еще этого подонка тоже поищем. Не пались. Вон он едет. Короче, знаешь, к черту не узнаешь, что. Бабушка ты... Клаус. Бляха-муха, что ты сделал? Я полицию позвал. Я люблю огонечки. Это ж новогодние огонечки, это ж так весело. Что происходит? Ух ты, это кто такой? А что он висит на. Он висит у тебя? Нет. Он у меня бежит куда-то. Ну как будто что так, слушай, я его убить не могу. Я ему сандалил херти сколько. Так он у меня вообще висел. Висел, как бы, знаешь, висел на заднице. Читы вводил. Давай, поехали отсюда, поехали. Ой, блин. Заносит, да, машина зверствия? А можешь эту крышу поднять? А как? Не знаю. Так, это телефон. Чуть нету. Ой, 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 как разогнались. Ой, ой, ой. Знаешь что, тут же можно снежки брать. Да, где-то надо сугробы найти где-то. Да вот же сугробы перед тобой, мы на них ездим. Не, их нельзя брать, надо сугроб какой-то найти. Подходишь, же нажимаешь, и вроде как подбирается. Да, ну, мне кажется, прям так можно было подбирать. Да? Год ну, давай назад. Попробуем. Давай попробуем. Я уйдем. Блин, муха. А мы же ушли от полиции уже. Да, нет. Тебе... Блин, стоп. Теперь я. А ты когда из машины ты успел выйти? Да я вот снежки хотел поиграть. Чуть это такое? Сейчас я за тобой приеду. А, это гонка. Погоди, я тут машинку нашел. Блин, кто меня убить-то хочет, а?
Стой, чувак. Бляха-муха. Дайте мне синенькую машинку. Я подъехал за тобой. Вот синенькая машинка, давай ее возьмем. Да чё, это... Садись, садись. Смотри, это-то покруче будет. Смотри. Плач, тетя. Давай, садись, садись. Сажусь. Все, погнали. Сел. Полиция, догоняй! Догоняй, кидаю? Полиция. Подарочки кидаю. Что-то взрывается. Так, догонит? Да не, смотри, как отстают. Что-то. Ну, занесло. Занесет, точнее. Все, давай, вперед. Нормально. Так, дворами пойти. Дворами, дворами, дворами. Бляха, буксует на месте. Полиция за нами прям. Новый год, Мэри Крисмас. Все. Вертолет. Я за нами вертолет послали, ты видел? Так три звезды. Три. Бабуля, давай. Может, мы нужно. А то... Бабуля! Ой. Я не специально. Я вроде бы эту машину хотел уничтожить. Так где? Бабуля. Как снежки, говоришь, брать? На что? Ну, Г вроде говорит. О, я подобрал. Так, я буду в прохожих кидать. Подожди, в прохожих. А ты где? Ну, с тобой на соседних улицах хочу. Стой! Стой, машина! Вижу, вижу. Едь ко мне. Ты едешь? Нет, я в тетю снежки кидаю. Ну, как же я? Так, снежок. Ну, смотри, какой-то рабочий. Завтракай, да? На тебе! На тебе! Подожди, Жук. Ты бы это видел? Что у меня тут творится? Сейчас я к тебе приеду. Что, снежки? А, вот все. Подожди, я тут... А снежки можно из машины кидать? Снежками можно? Гля, я могу снежками кидать. Из машины прям. Держи. Держи. Ух ты, ё-моё! Снежок, снежок, бери. Блин, где снежок? Так, по вызову. Тут я вызов получил. Что за вызов? Лечить больного. Серьезно? Ну-ка давай. Игрушай. Поехали. А ты можешь в будку сзади сесть? Да? Из будки стоять. А почему копы? Ну, потому что больного. Вот копы как раз таки это и есть больные. Серьезно? Их только ликвидировать нужно. Да я шучу. Нет, конечно, такого задания, что лично. Просто на меня медики напали, я решил отжать машину. Во, получилось. Ну, блин, зря я это сделал, три звезды. Ты копов подбил, да? Да. Че, убьем друг друга? Зачем? Не знаю. Бежим от полиции лучше. Давай полицию лучше убивать. Так. Пойму радио. Получайте, фашисты! Ё-моё. Что их дофига? Здесь, спереди. Они повсюду. Ну-ка, едь-ка отсюда. Тут полицейский участок ещё. Подожди. Вас не туда приехали. Я не могу понять, что он называется. Ой, я пишу в чате. ППК. ППК. Как написал, да? Я попробую. А, что-то я написал? А читать я не умею, да? Так, знаете что? Может, знаешь что? Либо чудо, либо катапультирование. Так. Да.
Вертолет можешь сбить? Ау. Рома. Оба. Спрятались. Ну все. Получайте, фашистики. Да ё-моё. Почему бомба не взрывается? О! Опа-на. Ух ты! Ты хочешь меня вытащить, что ли? Идите вам. Полечите свои разгоряченные умы. Нате, нате, на тебе. Если будет достаточное количество лайков на наших каналах под этим видео, то мы увидим. Мы снимем обязательно продолжение. Это, ну... Я иду в гости. Моя няша идет в гости. Я тоже в этом доме живу, кстати, во второй квартире. Кто же это ко мне пришел? Няшечка. Бояшечка. Ну что ж, пока идут взрывы за окном, мы тем самым справляем Новый год. Стоим возле елки, да, Андрей? Да, сейчас я вина хряпну. Как же без этого на Новый год? Я тогда коктейльчик выпью. Я против алкоголя. Так, я еще вискарем сдобрить надо. Сейчас. Еще покурить надо. Здоровый образ жизни. Мне какая-то женщина пришла и бухает. Так, сейчас. Это бабушка пришла. И главное... Баба Санта. Нет, смотри, ты бабушка, когда начинаешь убивать. Шапочка снимается, конечно. Ты тоже, кстати, морковку выдергиваешь, когда сок пил. О, хорошо тебе? Ага. Ну, замечательно. Все, на этой позитивной ноте можно закончить, да, серию возле. Давай я сяду, а ты можешь тоже рядом сесть. А я к елочке пошел, она жуткая, какая-то желтая стала. Ой, блин, я что-то в телек случайно, подожди. Подожди, как встать? Вроде сок пил, а встать не может. Ты что там, порошок какой-то сюда покрошил? Ты что-то подмешали мне. Или марок туда накидал. Мы с Андреем встречаем этот Новый год. И желаем вам того же. Стоим возле елки. Ставьте, пожалуйста, пальчики вверх, подписывайтесь на канал. Это был игровой канал Black Horror и Lord Voodoo Железное Сердце. Мы играли... Ну, как играли? Дурили в GTA Online. В преддверии Нового года тут. Так, давай снимем маски, чтобы было более веселее. Да не буду маску снимать, я боюсь. Ну ладно, стой вот так вот. Стою. Я тогда включу сейчас. Ты ну что? Ой, да он в ту сторону смотрит. Замечательно. Ты развернулся. У меня что-то селфи не работает, у меня камера отключилась, прикинь. Все, ну что? Готов? Угу. Давай, помаши мне чем-нибудь там, на капслог нажми или на что там? Помахать вот. Подожди, с Новым годом! Да, с Новым годом, друзья. Всем пока. Пока. Ну вот отлично. А я пользуюсь тем, что я нахожусь в образе миссис Клаус, сделаю себе на Новый год тоже подарочек, а именно. Зайдем сейчас в агентство недвижимости. И прикупим себе домик. Сейчас появились частные дома. В левой части у меня куча квартир всяких разных. А я вот в правой части Лос-Сантоса заприметил неплохие домики есть. Вот есть домик на сваях вот такой. И домик на сваях вот такой. А, не, погоди, это раз.